У нас сегодня нет дополнительной проповеди, мы будем только изучать недельную главу. И поэтому толкование будет более обширным. כמו שאתם כבר רגילים, כשאני נותן פרשת שבוע, אני נותן כמה שיעורים, אז נדבר על פרשה הזו. И как вы уже знаете, когда я толкую недельную главу, я даю несколько уроков по этой главе, поэтому то, что мы сегодня будем учить. וכמובן, אנחנו נסתכל גם בברית החדשה. И, конечно же, мы будем смотреть то, что записано в Новом Завете. כי ידוע לכם שישוע אף פעם לא... דחה את התורה, אלא אמר, לא באתי לבטל את התורה, אלא לחזק, ליישם אותה. И поэтому вы все знаете, что Иешуа никогда не отвергал ничего, что написано в Торе, и он сам сказал, что я пришел исполнить закон, а не нарушить его. ומשמעות של המילה, אני באתי ליישם את זה. И назначение слова, я пришел исполнить Тору. לפעמים אומרים, להשלים. Иногда говорят, дополнить. זה לא בדיוק להשלים, אין מה להשלים בתוך תורה. И это не дополнить, потому что Тора в дополнениях не нуждается. אלא כשאתה עושה מה שכתוב בה, אתה פשוט מיישם, עושה אותה גלויה בעולם הזה. Но когда ты исполняешь то, что написано, ты исполняешь ее, ты открываешь миру истинный смысл того, что написано там. ובעצם זה המשמעות של התפילה של המשיח שהוא אמר, שמלכותך בארץ יהיה כמו בשמיים. И это смысл той молитвы, которую сказал нам Машиах, да будет царствие твое на небе, так как на земле. אז כשאנחנו עושים מה שאלוהים אמר לנו, בעצם אנחנו מיישמים מלכות השמיים בארץ. Поэтому, когда мы делаем то, что Господь говорит нам, мы исполняем Божье царство на земле, так как оно должно быть на небе. אז שאלה שלי, האם אנחנו מעוניינים בכלל שמלכות השמיים יהיה בארץ. Поэтому мой первый вопрос к нам: насколько мы заинтересованы в том, чтобы Царство Небесное было здесь на земле? אני חושב שכן מעוניינים בזה. Я думаю, что да, заинтересованы в этом. אבל יש אנשים אחרים שלא כל כך. Но есть люди, которые совсем не заинтересованы. הם רוצים למות פה וללכת לשמיים, שם נהיה לנצח. Они хотят умереть здесь и пойти на небеса и там жить вовеки веков. ואתם יודעים שזה לא בדיוק הנכון. И вы знаете, что это не совсем так. על פי כתבי קודש בשמיים נהיה זמנית. Согласно Святым Писаниям, на небе мы будем тоже временно. Потому что потом произойдет великое воскресение из мертвых. И теми ценностями, которыми ты жил здесь, и эти ценности, они будут основой для того, как ты жил, и то, что, как ты будешь жить в будущей жизни. И вот здесь перед нами есть очень практические вещи, когда мы в этой недельной главе Матот читаем черным по белому. Но я хочу прочитать несколько стихов, мы уже все прочитали, но напомнить нам. Про обет. Недер. Обет. Тагиду ли бавакаша, аим мутар ли маамин шел брита хадаша ли надер? Скажите, пожалуйста, верующему Нового Завета, можно ли давать обеты? Ани шумея кен вэлё. Я слышу и да, и нет. Лама лё. Почему нет? Есть анашим шумрим, ши Иешуа камар, вэзэ катув, есть люди, которые говорят, что Иешуа сказал, и это написано в книге от Матфея, не клянись בשמיים, ни небом, маком של ישיבת אלוהים ולא בירושלים, כי זה маком לרגלה ועיר של מלך הגדול. Ни небом, ни землей, потому что это место пребывания Бога и престол Его. ואל תשבא בראש שלך, כי אתה לא יכול לשנות צבע של שיער שלך. И не клянись ни одним волосом на голове твоей, потому что не можешь сделать его белым или черным. אז אני חוזר לשאלה, האם מותר לנו לנדר או אסור לנו לנדר? Поэтому я опять задаю этот вопрос. Можно нам давать обеты, клясться или нельзя? Окей.
Опять люди. Во-первых, я очень рад, что это и да, и нет. Потому что есть люди, говорят однозначно да или однозначно нет. И мы подходим к словам Иешуа в Евангелии от Матфея. И там написано, не клянись ни небом, ни землей. Во-первых, есть разница между клятвой и обетом. Клятва — это как свидетельство или принадлежность. Я клянусь, что я знаю этого человека. А если здесь ты нарушаешь, это проблема. Или народ израильский клялся перед Богом, что мы услышим и будем поступать, потому что написано в этой книге. Поэтому клятва — это или принадлежность, или свидетельство. А обет — это то, что ты митхаев ласот. Это то, что ты обязуешься делать. Нам нельзя клясться небом или землей. Потому что таким образом мы можем выглядеть лжецами. Мы даже не можем клясться цветом наших волос. Сколько людей мы знаем, что в 70 лет они не посидели, а есть люди, которые к 30 годам начинают сидеть. Как ты можешь клясться, что завтра ты будешь делать одно или другое, ты вообще не знаешь, проснешься ли ты завтра. Но то, что касается обетов, это совершенно другое дело. Обет — это ты берешь на себя ответственность. По своим силам сделать так или по-другому. И то, что очень интересно, Святые Писания, да, говорят нам принимать на себя обеты. В псалмах не раз написано «Я обеты мои воздам Господу». Или когда ты обязуешься помочь человеку или сделать что-то, или даже ты хочешь соблюдать определенную диету, это обет. И очень важно понять, что иногда эта граница между клятвой и между обетом, она очень расплывчатая. И, во-первых, Святые Писания требуют от нас, чтобы мы были людьми слова. Вы знаете, что значит быть человеком слова? В современном мире, к сожалению, это понятие опускается. Есть народы, когда ты сказал или не сказал, это то же самое. Но слава Богу, насколько мне известно, я здесь живу где-то 30 лет. И очень много лжи здесь у нас. Но обычно, когда люди дают слово, они пытаются его исполнить. И иногда даже просто друг другу пожать руки при заключении договора устного, этого достаточно. И слава Богу, в Израиле это все еще существует. Но мы сейчас входим
входим в современный век, и больше принято делать письменные договоры. Я хочу вам сказать, что это правильно. Потому что иногда в разговоре ты можешь понять одно, а другая сторона поймет совсем другое. А когда ты прописываешь вещи, и это все по Библии, и нам нужно понять это для того, чтобы исполнить Царство Небесное здесь, на земле. Иногда ты не затрагиваешь честь другого человека. Иногда тебе кажется, что ты его обижаешь, но ты его не обижаешь. И ты говоришь: послушай, остановись на минуту. Давай мы все запишем, о чем мы договорились. Чтобы мы поняли точно мои обязанности и твои обязанности. Теперь по поводу обетов. Есть обет и есть обет. Иногда мы в гневе можем сказать: чтоб тебе было так и так. Или я так тебе сделаю. Ты просто даешь обет какому-то злому слову. И ты возвращаешься домой, успокаиваешься, и не знаешь, как с этим словом поступить. Иногда достаточно попросить прощения. И очень важно это делать. Не только у Бога попросить прощения. Но если человек услышал, что ты про него сказал, то очень стоит тебе позвонить и отменить этот свой обет. Иногда ты в гневе или в каких-то неправильных эмоциях дал обет перед Богом. И в еврейской традиции есть такая традиция нарушения отмена обетов. Ты подходишь к старейшинам общины. И лучше не к одному, а к двоим или даже к троим. И ты можешь сказать им: братья мои, я в гневе или в эмоциональном состоянии, или не подумав хорошо, дал такой-то такой обет. Что мне делать? Я хочу возвратить все назад. Я сделал это перед Богом. Но я сейчас вижу, что я не способен. Это было не умно. И ты можешь сказать: Леон, что за формальности ты здесь говоришь? Вы знаете, что провозглашением слова было сделано... Через наши провозглашения происходят различные вещи. Поэтому нужно очень опасаться, какие слова мы произносим. И когда Иешуа сказал: да будет ваше слово да-да и нет-нет, он говорит: будьте очень осторожны со всеми обещаниями или наоборот необещаниями, которые вы делаете. И здесь Господь подчеркивает этот вопрос через Моше. И Он говорит: когда ты зайдешь в обетованную землю, возможно, я не уверен на все 100%. Возможно, слово обетов и за пределами Израиля менее сильно. Но здесь, в этой стране, когда глаза Господа, написано, обозревают всю эту землю и смотрят наше каждое движение, и
Я не сейчас отменяю слова Иешуа, когда он сказал, что не только на этом месте в Иерусалиме, но во всем мире поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе истины. Но здесь написано про поклонение Богу. Но он не отменяет слово данных обетов в этом месте. И здесь, в этом месте, нужно давать определенную ценность твоим словам. И поэтому Иешуа говорит в Евангелии от Матфея: если ваша праведность не превзойдет к праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Нам, и мессианским евреям, которые верят в Тору, которые приняли Духа Мессии и знают о воскресении из мертвых Иешуа, нам нужно думать о том, как мы относимся к своим словам. Это очень практическая вещь. Теперь Моше здесь разделяет обеты, данные мужчинами и женщинами. И он говорит, если женщина дала обет, и она не замужем, то ее отец может отменить ее. А если она замужем, то муж ее может отменить. Теперь скажите, насколько это актуально в современном мире, да или нет? Не актуально. Мы все, ну не все, но большинство стали уже бесполые существа. Нет уже никакой разницы. Мы сейчас можем в общую душевую заходить. Естественно, все еще есть мужчины и есть женщины. И я, как лидер общины, не раз видел, как женщина дала обет. И не хотела, чтобы ее муж или ее отец отменял этот обет. И она это на себе, на своей шкуре прочувствовала. И видел женщин, которые в эффекте давали обеты и потом дали своему отцу или мужу возможность отменить. И эти вещи просто поменялись. Святые Писания никогда не меняются. Весь мир может измениться. Но это слово верно во веки веков. Иешуа сказал, ни одна йот в законе не исчезнет до того, как этот мир существует. Не давайте этому современному миру вас с ума свести. И увидьте, и посмотрите в смирении, что битуль шел недер яхоль לתת לכם ברכה. Что отмена обета может дать вам благословение. Отменить проклятие. ובמיוחד אם זה מחוזק בשם ישוע משיח. Особенно если это укреплено во имя Иешуа Мессии. שהוא נתן לתלמידיו סמכות הזה. Который он дал, через которое он дал власть своим ученикам. אתם יודעים, אני לפעמים שם ופה בפייסבוק או במקומות אחרים כותב איך אנשים שמים פוסטים שהנה תראו איך ברית החדשה שונה מברית הישנה. Иногда я вижу разные посты в Фейсбуке или в других местах, когда люди пишут, посмотрите, как Новый Завет отличается от Ветхого. אנחנו עכשיו חופשיים יותר ובלה בלה בלה. Мы сейчас более свободны и все такое.
Но это все ерунда. Потому что изменение было только в одном. В силе жертвы. Есть какие-то изменения маленькие. Но самое главное, стержень Торы и Нового Завета и его изменения — это только сила жертвы, которая была тогда и сейчас. Я не говорю про то, что нам нужно исполнять Тору, как сейчас исполняет ортодоксальное еврейство. Они думают, что они основное движение, я так не думаю. И мы должны делать эту Тору по понимание нашего, и я думаю, что нам нужно быть этими людьми пути, и есть вполне много толкований еврейского мессианского учения, которые дают нам основания, как это делать. Потому что Бог дал нам свое слово не для того, чтобы придавить нас, но для того, чтобы мы жили и жили в силе. Но да, Он хочет отделить нас от грешного мира. И это первый урок об обетах. Запомните. Запомните. Царство Небесное здесь, на земле, и совершится только, если мы совершим его. Если мы говорим, не-не-не, я просто верю, тогда вспомните Иакова, который сказал, что и бесы верят в Божье Слово и трепещут. Но он говорит, вера без дел мертва. Тот, и кто слышал толкование про апостола Павла, когда он говорил про что-то другое, вы просто слышали вещи, которые были вырваны из контекста. Потому что Павел был силен в исполнении Божьего Слова, в исполнении праведности. Но он также испытал на себе силу Святого Духа. И поэтому сказал, что через него совершаются много чудес и знамений. И их невозможно объяснить рациональными словами. И он говорит, я только полагаюсь на Бога, поэтому все это происходит. И сейчас я хочу дать второй урок с этой недельной главы. Первый был очень практический. Второй будет более объясняться, но это будет тоже практически. И это называется Мадианская война. Бабакаша, Миша, Рами, симу эта тмуна аля масах. Аваль кодем ани роце ликро текст. Я хочу прочитать один текст, пока нам Миша или Рами поставят картинку на... Я хочу прочитать текст из той же недельной главы Матот. Мы будем читать числа, 31 глава. Числа. Числа, да. כן, במדבר. מה שלא נכון אמרתי? או אמרתי ברוסית? числа 31 глава, с какого? 31, מפסוק ראשון עד 9. С 1 по 9 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моисей народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами.
По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена 12 тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по тысяче из колена, их и Финеэса, сына Илиазара, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войну на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. Вместе с убитыми их убили царей мадиамских, Евия, реки Моисея, Цура, Хура и Реву, 5 царей Мадиамских и Валама, сына Виорова, убили мечом. Окей. Здесь есть рассказ. Израильский народ под предводительством Моше уже практически зашел в обетованную землю. Еще чуть-чуть, и наш народ после скитания 40-летнего в пустыне заходит в землю обетованную. И Бог сказал научить людей определенным вещам, основным вещам. И вот сейчас мы научились, как в обетованной земле относиться к нашим обетам и словам. И я знаю, что многие люди, когда читают Библию, просто пролистывают все эти рассказы про войны и против кого они воевали, потому что не знают карту и поэтому не сильно интересуются. Но эти вещи очень важны. Не только с исторической точки зрения, но также с той точки зрения, как мы понимаем жизнь. Кто из вас верит, что духовная жизнь — это не только жизнь в общине? Каждодневная жизнь, как мы просыпаемся и даже утром заходим в туалет, это все духовная жизнь. И с этих рассказов мы можем научиться практике и качеству жизни и не совершать ошибок. Во-первых, Авраам вышел из Харана и пришел в Ханаан. И народ израильский, Авраам, Ицхак и Яков, выросли в земле ханаанской. Потом они спустились в Египет. И вы помните рассказ про Муше и про Иосифа. Потом они вышли из Египта и 40 лет находились в земле в пустыне Синайской. Видите, где Мадиан? Кто сейчас находится в Мадиане? Саудим. Кан, Иордан Матхил Кан. Мадиан — это современная Саудовская Аравия. Муав и Амон за Иордан, и кан еш од Эдом. Муав и Амон, то, что вы видите, это современная Иордания, а ниже есть Эдом. Акшав ани испер лахем, атем тиру, кама иньем нима эле кшурим алейну. И я сейчас расскажу вам, и увидите, как это связано с нами. Я хочу взять свои записи, потому что, чтобы ничего не забыть. Вы знаете, кто является отцом Мадиан? Кто помнит? Вы помните, что у Авраама было 3 жены? У него была Сара, Агарь,
агар ше ихзирота Ицхак. И есть такая мысль, что хитура это не агар, которую вернул Ицхак. Омрим ше Сара зе мибайт шел Шем. Говорят, что Сара она вышла из дома Сима. Агар зе мибайт шел Кхам. А агар из. Ки айта мицрит. Агарь была египтянка, поэтому она была от потомка из потомства Хама. Векитура имя Яфет. А хитура из Яфета. И написано в Бытие в 25 главе во втором стихе, Шекитура, что хитура юлидали Авраам шиша баним. Родила Аврааму шестеро сыновей. Один из них был Мадиан. ואנחנו יודעים כשאברהם נתן את כל רכושו וברכות שלו ליצחק. И мы знаем, что все свое наследство и благословение Авраам передал Ицхаку. אבל כתוב נתן מתנות. לילדים של קיטורה ושלח אותם למדינות קדם. И написано, что он дал подарки сыновьям Хитуры и послал их в страны какие? Кедем זה מזרח. Восточные страны. אז כאילו הכל מכנען. То есть все вышло с Ханаана в том направлении. Мадиан ярад במקום מזרח מזרחו ירד לדרום מזרח לכאן. Поэтому Мадиан вместо того, чтобы двинуться на восток, он двинулся на юго-восток. Паршаним אומרים כשזה כתוב נתן מתנות ושלח. И когда написано дал подарки и послал. לפעמים אומרים נתן כסף ושלח. То толкователи говорят, что дал деньги и послал их. אבל אחרים אומרים לא כסף. Или кольминот матанот руханиот в интеллигентию. Но другие толкователи говорят, что не только деньгами, но также благословениями и интеллигенцией благословил их Авраам. И второе толкование, мне кажется, более логичным. Киколя эле итхилю ахар кахамим. Потому что все эти начали потом народы. Астишмеу. Послушайте. Кан. מתפתחת משפחת אברהם. Здесь развивается род Авраама. יצחק. יצחק. יעקב. יעקב. וכמה בנים? И 12. ו-12 בנים, זוכרים? И 12 сыновей. וכאן מתפתחת גם בני דודים, ממש בני דודים, ממש קרובים. И здесь их родственники, двоюродные братья. לא כמו ישמעאלים, רק מאישה אחרת. Так же, как Исмаил, только от другой женщины. ובעולם הזה הם כולם מכירים אחד את השני. И в этом мире они все знали друг друга. אחר כך אנחנו זוכרים, וכתוב בבראשית, Потом мы помним, в Бытие написано, что проблема была в семье у Якова. Какая проблема была? Йосеф. Была проблема с Иосифом. Они продали Иосифа. И когда написано, когда он сидел в этой яме, написано, что купцы мадиамские взяли его и продали его египтянам. Это были двоюродные братья, они все друг друга знали. Прошло, может быть, 60-70 лет. Возможно, мы, которые переехали в Израиль, за 60-70 лет потеряли связь со своими родственниками. Но когда я вырос в городе Бобруйске, я знал всех своих двоюродных братьев и сестер, и троюродных, и четвероюродных. И не было телефона, и пелефона, и ничего такого. И они соблюдали все эти связи. Но рацион шел. Но вот эта жажда денег. Шуверет кохот. Они втахте, они саперлахем альхаим. И я обещал, что я буду давать вам жизненные уроки. Так эта жажда денег, она преодолела все. И поэтому эти двоюродные продают Иосифа в Египет. И мы знаем, что произошло в Египте. Бэрех матаем варбаим шана.
Где-то 240 лет израильтяне развивались в Египте. А потом Моше убежал оттуда. Куда он убежал? Он не в Африку убежал. Он не к сыновьям Хама убежал. Он бы убежал к семитам. И там он нашел себе жену. Потом вернулся в Египет, взял израильский народ, и они путешествовали по Синайской пустыне. И потом мы знаем, кто пришел из Мадиана, Итро. И он объясняет сыновьям Израилевым, как построить государство. Естественно, это родственник. Но он также был человеком, который симпатизировал им. Говорят, что Итро даже принял иудаизм и стал частью народа Израиля. Да или нет, я не знаю, но то, что точно он поддерживал израильтян. И вот пришло время, и народ израильский стал продвигаться в этом направлении. И когда они продвинулись к Эдому, кто это Эдом? Исав. Тоже родственник, очень близкий. И Бог сказал: не трогай Эдом, они твои родственники. Дай им деньги. Но Эдом не согласился. И не было выбора. Поэтому произошла там война. И народ израильский продолжил двигаться к Моаву. А Мадиан даже там не вмешивались. И по поводу Моава Израиль тоже получил повеление. Вы устали? И по поводу Моава израильтянам было сказано: их тоже не трогайте. Но они испугались. И они спустились в Мадиан. Они тоже родственники. Немного более дальние. Сыновья чьи они? Ми? Лот. Аз им зе дор шлиши, бней дудим дор шлиши. И если это родственники в третьем поколении, зе бней дудим ба дор хамиши, то это родственники в пятом поколении. Аз эле пахаду, и эти испугались, ше ам Исраэль в габаэм, что народ израильский их уничтожит. Аз эм панули Мадиан. Поэтому они обратились к Мадианам. Вэм амрули Мадиан, и Мадиатянам они и сказали: мы не знаем, что с этим народом делать. Мы не знаем, что с нашими родственниками этими делать. Но точно, что они знали пророчество, и они знали, что израильтяне их не тронут. Но этот страх... Страх все испортил. Я хочу поговорить о вас. Иногда мы знаем, что все будет в порядке. И вдруг мы услышали какой-то слух, какую-то сплетню. И в нас зашел страх. И мы начинаем делать какие-то движения против нашего брата. Вместо того, чтобы подойти и прямо поговорить с ним. И вот эти ребята с Моава, они могли подойти к израильтянам и сказать: вау, братья, 80 лет мы вас не видели. Давайте сядем, турецкого кофе выпьем, хумус с атаром поедим.
Но страх зашел в них. И они сошли в Мадиан и сказали: вы более умные, чем мы, потому что вы более близкие родственники к ним. Может быть, вы дадите нам какой-то совет. Мадиане к тому времени никакого отношения к Израилю не имели. Кроме хороших связей. И вдруг они говорят: хорошо, мы вам дадим плохой совет. Позовите Валаама. Валаам вообще от связи не имел. Есть такое мнение, что Валаам был с Индии, Заратустра. Где-то в дальних странах он жил. Он не был простым человеком. Он был человеком, который знал Бога, но любил деньги. Когда ему дали предложение финансовое, много денег, он согласился проклясть Израиль. И вот то, что мы учим здесь, деньги и сплетни и разные комбинации могут нарушить связи даже между близкими людьми. И поэтому Святые Писания часто предупреждают нас опасаться таких связей, быть честными во всех наших делах. И что происходит потом? Мы знаем, что происходит. Израильский народ стоит здесь. Валаам захотел проклясть, но не смог и благословил. А потом он дает совет. Посмотрите, какой совет. Он не говорит: пошлите женщин Муава или женщин Греции или женщин Египта для того, чтобы искусить израильтян. Но пошлите женщин откуда? Из Мадиана. Почему из Мадиана? Вы знаете, откуда была жена Моше? Она была... Очень интересно. Вы помните Сара, когда получила проказу? Не Сара, Мирьям. Вы помните, как Мирьям получила проказу? Написано, что она раскритиковала жену Муше. Она говорила плохо. Она с Муше говорила неуважительно про его жену. Она неуважительно... Так она сестра, ей можно. Она неуважительно... Она своему брату сказала неуважительно про его жену и получила проказу. Что она сказала? Есть у вас терпение? Она говорит: почему ты к своей черной жене плохо относишься? Но черное это не... То есть неправильный там перевод, написано темнокожее. Это неправильно. Темное. Шхума. Темнокожее. Ну, темнокожее. Шхума это темнокожее. Ле. Это Фицпатрик Хамре. Аваль бабитуй шла танах. Я это меод, меод яфа. На в библейском описании она была очень красивая. И согласно толкованию,
Знаете, про что там говорится? Она говорит Моше, ты так занят священством, что ты каждый день находишься в скинии, и ты сохраняешь эту святость. И ты не уделяешь достаточно внимания своей красивой жене. И тогда Бог вмешался в этот разговор. Он сказал, тебе вообще какое дело, Мирьям? Ты вместо Муше или что? И дал ей по башке, и она получила проказу. И почему я говорю об этом? Женщины Мадиана были родственницами израильтян, и они были очень красивые. Поэтому Валам сказал, пошлите туда женщин, и пусть они искушают сыновей Израилевых. И израильтяне нарушили Тору и изменили своим женам. И тогда сразу наказание от Бога пришло к народу израильскому. Кто помнит, сколько израильтян? 24 тысячи израильтян погибли из этого наказания. Поэтому взяло время, пока они все пришли в себя. И потом в числах 31 главе написано, Моше получил указание от Бога пойти отомстить мадианитянам. Они к этому отношения не имели. Но у них было злое сердце. После всех этих хороших связей с израильтянами, Моше сказал, пойдите и отомстите им. И они говорили, что мадианитяне даже не на границе с израильтянами. Я боюсь пророчествовать. Но эта картина очень похожа на наши отношения с Ираном. Вы знаете, что на протяжении всей истории Израиль имел хорошие связи с Ираном. А где-то 40 лет назад это положение ухудшилось. У нас нет границы с Ираном. Но они до нас почему-то нас достают на протяжении всего этого времени. Приглашают различных Биламов, Валамов с России, из других стран. И я не хочу пророчествовать, но мне так кажется, что в один день Иран получит такое наказание сильное. И то, что написано, и Моше сказал, хорошо, пойдемте. Я хочу рассказать вам еще что-то. Кто из вас знает такое слово на английском narrative? לא, זה לא סיפור. לא. זה חותמת שככה מסתכלים על עם. Это такая, это печать, это как таким образом смотрят на какое-то положение или на народ. Есть нарратив על ישראל, על יהודים. Есть такое представление об израильтянах, о евреях. Ам Исраэль זה ам פחדנים. Что евреи это трусы. Когда я рос в Белоруссии, почти все мои друзья антисемиты они говорили, что вы всю Вторую мировую войну отсидели в Ташкенте. Кто слышал подобные вещи?
А зе шекер. Так это вранье. Беташкент хаю нашим веиладим. В Ташкенте сидели женщины и дети. Ки коля говорим аю бамилхама. Потому что все мужчины были на войне. Шней сабаим шилю бамилхама. Эхад нирак вешини хазар пацуа меод. А у мои два дедушки участвовали во Второй мировой. Один погиб, второй вернулся очень раненым. Веютер мезе ани руце лагид. Я больше хочу сказать. А нарратив азе аль Исраэль зе баймет нарратив. Вот эта стигма по поводу израильтян, она очень лживая стигма. Ам Исраэль тамида я ам меод меод слиха агрессиви. А народ израильский всегда был очень агрессивным народом. Ахарей ши ам Исраэль хазар ле маком ми Мицраим. После того, как израильтяне вернулись из Египта в свою землю, и было столько много оккупаций, аз аль пи история анахну юдим кама пратим. Из истории мы знаем несколько вещей. Малахей Бабилон, цари вавилонские, аю миштамшим ба йехудим, использовали евреев, аю макимим кан арим ктаним, здесь они делали маленькие города им ягудим, и поселили там евреев. Они люди их залагит боеврит форпост, а маком милхама лавхид мицарим лавхид эт кола лавхид эт кола шхиним. Они ставили там форпосты для того, чтобы селить там евреев и чтобы все соседи жили в страхе. И они часто использовали эти вещи. מלחמות של דיאספורה. И в войнах диаспоры. שהיו בערך מסביב זמן של בית המקדש השני. Примерно во время второго храма. Империя Ромит השתמשה להפלה של מרד ישראלי כפול שלוש חיילים מאשר לתפוס בריטניה. И когда был бунт у израильтян, то Римская империя должна была в три раза увеличить свои силы для того, чтобы подавить этот бунт, чем когда они подавили и участвовали в войнах против кого? Британии. Против Британии. וזה דבר ידוע מאוד. И это очень известная вещь. אתם יודעים למה ההיסטוריונים לא יהודים של מאה ראשונה שונים יהודים? Вы знаете, почему историки первого века, когда они пишут свои работы, почему они ненавидят евреев? Не из-за религии, но из-за агрессии. Когда, как мы сегодня смотрим на ваххабистов, так израильтяне были в то время. И вот что происходит. Моше говорит, приведите мне 12 тысяч человек. Там Бог ему говорит, соверши мщение, а после этого отойди к народу своему, после этого ты умрешь. Там так написано. Есть очень интересный стих. במדבר 31, числа 31 глава, בפסוק 5, в пятом стихе написано, ו... אם סירו מאלפי ישראל אלף למטה שני עשר אלף חלוצי צבא. Написано, и выделено из тысяч израилевых по тысяче из колена 12 тысяч вооруженных на войну. А ты медима за то мерит им сиру? Вы знаете, что было выделено? Лама им сиру. Почему выделено? Чи чанашим шаму анахну нелех нелахем негет мадиан венацлиях. Моше ямут, а сирву лалехет лешама, ки пахду, ше Моше ямут. Когда они услышали, что после мести мадианитяна Моше умрет, они не хотели идти, потому что не хотели, чтобы умер Моше. Аз баэцем кимат бакоах рошей матот кипцу, элеф иш ве масро там лецава. Поэтому практически силой они заставили каждый по тысяче из своего колена выйти на войну. Ве акшав машу меод меанен. И что интересно? Они посылают эти 12 тысяч. И там написано, что Пинхас будет с вами. Кто такой Пинхас? А тем зухрим улаках это копье? Помни. Ханит. Ханит в Дакаре чнея хотим. Эхадме кикизби в Абахура Исраэли.
Помните, Пинхас это тот, который взял копье и пронзил одного из глав Израилевых, когда он зашел в шатер с этой женщиной мадианитянской. И когда мы продолжаем читать, мы видим, что 12 тысяч израильтян пошли, амон мадианитян, и они очень много перебили мадианитян. Малахей Мадиан. Они убили 5 мадианских царей. В шеши זה היה בלעם. От 6-го, кого они убили, был Валаам. אבל פה באים לשאלה. Но здесь возникает вопрос. בלעם הוא בכלל מכאן. Валаам вообще отсюда. למה הוא שוב חזר לשם? Почему он опять, что он там делал опять? למה הוא שוב חזר למדיין? Почему он опять вернулся к мадианитянам? הוא כבר קיבל את הכסף שלו. Он уже свои деньги получил. כבר יכול לעזב לניו-דלי. И уже мог в свой Нью-Дели отправиться. אבל כנראה, но שהם אמרו, они сказали, скорее всего, решен, с первой попытки Билиам ицлиях, лашмид 24,000 ехудим. И Валааму удалось уничтожить 24 тысячи евреев. Киу михашев. Потому что он был колдуном. אז בוא נזמין אותו שוב לשם. Давайте мы опять его туда позовем. ופרשנות אומרת משהו מאוד מעניין. И толкование говорит что-то очень интересное. ש-12,000 איש צבאות ישראל, что 12 тысяч вооруженных израильтян, הם היו נגד צבא של מדיין, были против мадианской армии. אבל פינחס היה נגד בלעם. Но а Пинхас был против Валаама. ופה, ואנחנו רואים ניצחון. И здесь мы видим победу. ופה אנחנו גם רואים משהו מאוד מעניין. И видим что-то очень интересное. כשאחרי כל המלחמה, когда закончилась вся эта война, כתוב במדבר 31, написано в числах 31 главе, בפסוקים 48 ו-49, в 48 и 49 стихам написано, שאחרי שעם ישראל ספר כמה נהרגו ישראלים, после того, как люди посчитали, сколько израильтян погибло, אתם יודעים איזה מספר היה? Знаете, какое число было? Эфес. Никто не погиб. Ноль. Эфес. קודם כל זה היה ממש נס. Во-первых, это было, конечно, чудо. כי אם אתם תספרו כמה נהרגו מדיין, זה היה עשרות אלפי איש. Если вы посчитаете, сколько мадианитян погибло, это были десятки тысяч. אז אנחנו רואים, и мы видим, שבגלל שהייתה מלחמת צדק, из-за того, что это была праведная война, אלוהים ממש נכנס לעניין. Бог вмешался во весь этот процесс. מה אני רוצה ללמד דרך הסיפור הזה? Что я хочу, чему вас хочу научить? עוד לא סיימתי. Я еще не закончил. קודם כל, во-первых, בחיים יומיומיים, в нашей каждодневной жизни, אנחנו צריכים להבין, нам нужно понять, что есть искушение. И есть опасность, что друг может превратиться во врага. И как это предотвратить? ללכת על פי מצוות. Идти и соблюдать заповеди. על פי הוראות של תורה וברית החדשה. Жить по руководству Торы и Нового Завета. יש לך משהו נגד אח, לך תדבר איתו. Если у тебя есть что-то против твоего брата, подойди и поговори с ним. אל תיתן לשמועות ולרכילות לגדל את המזבוב פיל. Не давай сплетням и слухам из мухи сделать слона. Потому что в это могут зайти проклятия. И также храни свой кошелек. Будь очень справедливым. Святые Писания не против заработка. Дай Бог, чтобы все достойно зарабатывали. Но чтобы, если тебе дают, пытаются дать взятку, чтобы ты не стал врагом своему другу. Тогда, потому что ты можешь пойти путем Валаама. Давайте мы еще более глубоко будем и продолжать изучать. Мы сейчас живем в современном мире. И многие из нас стали чересчур рациональными. Если мы чего-то не понимаем, мы говорим, хорошо, мы поймем потом. איך לשים מתחת לכל מיני מקרים
бэкграунд рухани. Но мы забыли, как каждом вещи давать духовное основание. Аваль Шауль умер лану меот барур. Но Шауль говорит нам очень ясно. Шемилхама шелану ло негет. Что наша брань не против крови и плоти, но против кого? Против духовных сил. Теперь послушайте. Рамбам. А ты медим из-за Рамбам? Вы знаете, кто такой Рамбам? Рамбам. Рамбам. Эхад миа хахамей Исраэль. Один из мудрецов Израиля. Укотев басфарим шело. Пишет в своих книгах. Ше безмано. Что в его время аю михашифим, были колдуны. Аваль рамата кишув за якмо мисхак клав леумат эле шаю шам бебайт паро о бабайт шела мелех шел бавел о хевра эле. Что они были, что были колдуны, но их сила была такое, как гадание на картах, то есть совершенно незначительное по сравнению с теми колдунами, которые жили в Египте в доме фараона. Когда мы думаем про колдовство, мы думаем, что когда сидят и там карты раскладывают или камешки кидают, что это так, ерунда. И, скорее всего, в основном это действительно аферисты, и это правда. Но вы знаете, в Каббале говорят, что этот мир полон шкурки. Чего? Клипы. Ну, клипа. Как скорлупа. Скорлупа, скорлупы. Лану, которая нам мешает лирот дварим аль-тивиим, видеть сверхъестественные вещи, лирот дварим шел ор, видеть вещи света, аваль гам шел хошех, но также и тьмы. Аз бигаль зе анахну минасим ласбир эт аколь бемоах рациональ. Поэтому мы все пытаемся объяснить рационально. Ани ло ядати эйзе битуй лиштамеш ютер барур. Я не знал, какое выражение сказать, чтобы было более ясно. Вэзе ло умер шани ломет кабала. И это не значит, что я изучаю Каббалу. Но я, да, согласен, что в этом мире есть столько много препятствий, что мы потеряли способность различать силы, которые находятся в этом мире. Но Шауль говорит, что да, наша война, она против сил. И эти вещи зашли в этот мир еще до потопа. И в 1 Фессалоникийцам Шауль говорит такие вещи. Когда я приду к вам, вы знаете, что моя сила не только в слове, но в силе Святого Духа. Кто помнит этот стих? Не помните? Как понять этот стих? Вот так его и понять. Когда он говорил, там были люди, идолослужители. И это не было гадание на картах. Это были настоящие силы. Такие же, как Валаам, может быть, не такие сильные, но также совершавшие чудеса и сверхъестественные вещи. Написано в Откровении. Во второй главе, в 13 стихе, Иешуа говорит. Он говорит в пергамской общине такие слова. Я знаю, что ты живешь там, где есть престол сатаны. Это не просто кресло, это не просто... Это были силы. Это были силы. Я вам дам пример. Мы живем здесь, в Хайфе.
Кто из вас был в Мухраке? Макараба Мухрака. Что там произошло? Хевре Афилугаримшам, Кимачам. Вы там даже живете? Илияху Амад Мулар Бамиот Невиэй Бааль. Илияу там стоял перед 400 пророками Валаама. Почему они не смогли спустить огонь с небес? Кто знает почему? Только потому, что Илия там был. Если бы Илии там не было, они знали, как это делать. Потому что они служили бесам. И это были истинные силы. Но так же, как Пинхас был на войне, и он обезоружил Валаама, святой человек может нейтрализовать силу зла. Если вы служители неба и исполнители того, что Бог заповедовал в своем слове, вы можете нейтрализовать зло вокруг вас. Не просто так Иешуа сказал: вы соль земли. Что значит соль земли? Соль и нейтрализует и плохие вещи. Мы стали слишком рациональными. Но Иешуа сказал: не отлучайтесь из Иерусалима, пока не примете Святого Духа. Вы тогда сможете передать мою истину до концов света. И, к большому сожалению, из-за этой чешуи, из-за этих скорлупы, из-за помех, אנחנו לא רואים שיש כל כך הרבה דברים אל-טבעיים מסביב. Мы не видим, что вокруг нас столько много сверхъестественного. אז בגלל זה אנחנו רק יורדים לדברים חכמים, הסברים ומחשבות, ואנחנו ממש חלשים בתפילה, בהפגעה. Поэтому мы очень слабые в нашей молитве, в нашем ходатайстве. אבל שום דבר לא השתנה. Но ничего не поменялось. בהתגלות בפרק 17. В Откровении в 17 главе написано. כתוב על זונת בבל. Написано про блудницу вавилонскую. היא עדיין קיימת. Она все еще существует. היא תשבר רק באחרית הימים בסוף. Ее победят только в последние дни, в самом конце. והיא עדיין משתמשת באותה כוחות. И она все еще использует те же силы. שהיו בבניית בבל. Которые были при строительстве Вавилона. Но мы стали слишком рациональными людьми. Я чувствую, что это слово «Оставайтесь и ждите Святого Духа», и он покажет вам, как сражаться и как распространять Царство Небесное. Это очень актуальное слово даже до сегодняшнего дня. И вот мы смотрим на эту старую историю. Народ израильский. Все это непонимание с Мадианом, предательство, деньги, сплетни, страхи и боязнь разных глупостей. С одной стороны, нам нужно спуститься на землю и к простоте. И просто быть честными и простыми с нашими братьями. Но с другой стороны, нам нужно сказать: Отец, вот я, и используй меня.
матанот руах. Не пытаться имитировать дары Святого Духа. Но быть открытыми для них. Давайте мы встанем и помолимся. Авину шебашамаем. Отец наш небесный. אני מתפלל שאתה תיתן לנו לכולנו עיניים פתוחות. Я молюсь, чтобы ты каждому из нас дал открытые глаза. פתוחות או פתוחים? פתוחים, אה? או פתוחים? אבא. Отец наш. יכולת לראות. Дай нам возможность видеть. להרגיש. Чувствовать. להתפלל. Молиться. לקבל. Принимать, лицапот, ожидать, тазор лану, помоги нам льет байошер, хад муля шини, жить в честности друг с другом, беагана, беагана, и в защите против всякого зла, ло ласот хет, не делать грех, бешвили шелой шавер, это чтобы не разрушить тот забор, который ты поставил вокруг нас. Они митпалел адон. Я молюсь, как тебе, Господь, яхоли дабер алейну, чтобы Святой Дух мог говорить к нам. Чтобы мы могли покаяться там, где мы должны были покаяться. Они моделеха вурдам ханишпах шел сея Элоим. Я благодарю тебя за пролитую кровь Агнца Божьего, которая очищает нас и делает нас святыми, которая освещает нашу совесть. Отец наш небесный, помоги нам приблизиться к Тебе и дай нам любую силу продолжить это хождение в этом мире и исполнить Твое призвание. Мы молимся, чтобы Ты защитил Израиль. אנחנו מתפללים שאת תשמור אותנו מפני איראן, חיזבאללה, סוריה וכל אויב אחר. Мы молимся, чтобы ты защитил нас от Ирана, Хизбаллы, Сирии и всех врагов. אתה גיבור ישראל. Ты герой Израиля. ואתה רב להושיע. И ты силен спасать. אני מתפלל אדון שתעזור לנו. Помоги нам, Господь. ואני מתפלל שבאופן אישי, и я молюсь, чтобы на личном уровне ובמשפחות שלנו, и в наших семьях אנחנו נראה כוח של ישוע המשיח, мы бы увидели силу Иешуа Мессии. ושמילים ששאול כתב על עצמו, и те слова, которые Шауль написал про себя, שהכוח שלי לא בחוכמת מילים, что моя сила не в словах человеческой мудрости, בתוכי, но она существует во мне, чтобы она была актуальна для нас. Я молюсь тебе об этом во имя Иешуа Мессии.